Добрый день, на связи планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Лада Гранта 2019 года в синем цвете с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 106 лошадиных сил. МКПП передний привод, имеется фаркоп, автомобиль на хорошей резине, имеются повторители в зеркалах, пробег 33 тысячи километров. По салону темный салон, чистый ухоженный, ткань, имеется подогрев передних сидений, стандартная печка с кондиционером, музыка. Электрорегулировка зеркал, два стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 107, 106, 99, 124, 119, 111, 104, 110, 115, 126, 127. Актуальные цены наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.